35. Партия. Весь базар он закупил. Черемшина. Черемшина. 125, 360, 475. Не сметь! Это на десерт. Клади обратно. Ребята, может быть, по стаканчику? Мы не пьющие. Проезжай, проезжай. Давай, давай. Подумай. Он нас не знает. А теперь чай. Экстра. Прошу. Спасибо. Сели здесь. Испачкали мою велосипед. Куда же ты? Подожди! Подожди, дорогой, поговорим! Побеседуем, подожди! Что это говорят? Родной, куда ж ты? Бить не будем! Подожди, стой, будем! Дорогой, стой! Без меня не начинайте! Что это? Чача. Чача? Да. Криминальный самогон! Наш лимонный торт. Вот они! Пьяные! Ча-ча! Доктор! Доктор, мы не пили. Мы не пили. Мы не пили. Не пили. Мы вылили. Вылили. Вылили? Да, вылили. Он кто-то. Он не с нами. Значит, чачу выливают? Понимаете, мы купили... Лимоны. Да, лимоны. Подожди, торт. Подожди, подожди. Мы нашли ровное место. Да. Сошли с дороги, сели. Разве мы пьяные? Ну, разве мы пьяные? Разве мы пьяные? Пьяные.
охотно вам верю. Но у нас медицинское учреждение, и метод научный. Молодой человек, вы не пьяны? Кто? Я? Да, вы. Что вы, доктор? Я в жизни не пил спиртного. Я 20 лет работаю в этом учреждении, еще никто никогда не признавался, что он пьяный. Я пью только чай, лимонад и чай. Значит, вы трезвый? Совершенно. Хорошо. Вот вам нитка, вот вам иголка. Пожалуйста, проденьте для меня. Для вас с удовольствием. Спасибо. Хорошо. Трезвенник, видали? Прошу на процедуру. Здравствуйте, Давлянидзе Шотабегларович. Чем могу быть полезен? Директор второго винзавода. Слушаю вас. Очень серьезное дело. Вам, наверное, известно, какой в этом году небывалый урожай. Да, известно. Мы даже не успеваем давить виноград. Вы знаете, что нам пришлось сделать? Нет, не знаю. Мы залили материал цинандали в открытый резервуар. Вы понимаете? За каждый час... Вы слушаете? За каждый час открытого хранения мы теряем 0,02 градуса. У нас страшный голод на кадры. Так? Совершенно не хватает рабочих рук. Мы хотели бы попросить студентов... Но вы сами понимаете, студентов допускать к винограду нельзя. Я хочу встретиться с вашими пациентами. Тай штаны. Пошел вон. Не имеешь права? Нет. Конечно, с теми, которые уже прошли процедуру вытрезвления. Я вас понял. Что же делать? Придется пойти вам навстречу. Прошу пройти со мной. Какой позор. Позор. Что скажут в коллективе? Иди на базар. Торт. Я очень люблю торт. Идеал. Лимонный. Давай купим. Купили. Вот они подойдут? А чего же? Подойдут. Серьезные ребята. Друзья, завтра суббота, послезавтра воскресенье. Я хочу пригласить вас на работу к нам на винзавод. Интересная работа. Ребята, не хотите ли попробовать продукцию текущего года? Мы на работе не пьем. Мы вообще не пьем.
будьте любезны, пройдите процедуру. С удовольствием. Здравствуй, Виктор. Здравствуйте. Спасибо вашему тресту. Молодцы. Молодцы, что пригнали машину. Пожалуйста. Ребята, оставьте бочку. Займитесь синандали. Немедленно отправляй на фильтраж. Фильтраж, 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 фильтраж. Хорошо! Давай, давай. Хорошо! Ну, давай, хорошо. Еще, еще, давай, еще, давай. Давай. Иди вперед. Ну, иди, 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 иди. Хорошо, ну, ну, хорошо, ну, ну, ну. Еще полметра! Еще, еще полметра! Эй, где вы? Что случилось? Где вы? Люди тонут в вине! Помогите! Кто тонет? Симпатичные! Какие? Мы поедем, мы помучимся на ленях утром ранним и отчаянно ворвемся прямо в северную Волгу.